Покидаем зал. Силовики обстреляли людей, а стреляли они, как вы бачили, не у поветра, не куда-то, а просто по людях, по живых людях, по натолпе. Когда вчера прокурор озвучила такие требования, 2 года колонии, я понимал, что столько и дадут, потому что это исходило из тенденции последнего времени. Сейчас судим нельзя вообще перечить прокурорам. Поэтому они дают столько же, сколько попросит прокурор. А прокуратура, в свою очередь, по личному указанию Андрея Шведа, дает ориентированные на максимальные сроки по политическим делам. Каждый из нас, я думаю, что можно зарабить в этой ситуации, это працовать, каждый из нас журналистов, працовать еще лучше, чем мы працовали. Это режим боится правды, боится фактов. Значит, мы должны давать еще больше правды, еще больше фактов, каб нарешті розбурити, роздолбити гэтий террористичний режим. Я считаю, что вообще любые дела, которые возбуждаются в связи с акциями протеста, они абсолютно незаконные, просто потому, что граждане реализовывают свое право на мирный протест. И это не может рассматриваться как совершение действий, грубо нарушающих общественный порядок. Это вообще в отношении всех акций, которые происходят. Применительно к этой ситуации, это абсурдная ситуация, потому что журналисты просто освещали акцию протеста. Мы все видели этот стрим и те фразы, которые были положены в основу обвинения, это фразы, в которых просто журналист описывает то, что происходит на улице. Дзяўчаты, якія цалкам правамерна выконвалі сваю місію, выконвалі сваю працу, саджаюць на вялікія тэрміны, такім чынам расправляючыся з імі і паказваючы прыклад усім астатнім журналістам, будзеце выходзіць на акцыі, атрымаеце вось такія прысуды. Дазволілі спатканне, ну гэта прадугледжана ў ПК, то бок тут не было варыянту ў судзі. В прынцыпе, хоць зараз я магу ехаць, але ўжо ж невядома, што іх могуць яшчэ там нейкі час тут трымаць, таму я ўжо паеду пасля абеду, каб на 100% трапіць да яе. Таксама бацькі напісалі заяву на спатканне, і таксама яны будуць спаткацца, ну, імаверна, заўтра. Ось яна якраз зараз чытае кніжку Солженіцына, якую отправил у СИЗА. Вот она кажет, что люди в свой час сидели за свои переконания по 10, по 25 годов. И тут эти 2 года – это ничто. И она все это вытримает. Покидаем зал.